Это лобстер. Это с фуа-гра, да. А, ну, тут я подумала насчет того все-таки, что, наверное, мы не зря, что машину не взяли. Муж говорит, ага, хочешь вот это вот тут вот? Атмосфера прям с центра дороги вам. Рискую собственной жизнью и дорогими покупками. Аккуратней там, пакетики. Так, а мы бежим. А что тут белье? Бежим! Магазин белья. Бегу-бегу, дорогая. Сейчас. Я вам покажу сейчас еще со стороны немножечко. Главный универмаг Лафайет. Потрясающей красоты универмаг. Вот здесь еще один. Ох. Так, а мы идем дальше. Вот здесь вроде французская кухня. Мы пришли в какой-то ресторанчик, Кристина. Hello. Ой, какие... А, нельзя на то, да. А, боже, не хочешь здесь? А, то, да. What about this? Ага. Мы с вами пришли. Посмотрите, как я здесь перу. Боже, я хочу с клубникой. Так, пойдемте на второй этаж. Здесь. Нет, на улице не хочу. Мы с вами, да, пойдем. На второй этаж. Вот в таком ресторанчике будем сейчас с вами лакомиться чем-нибудь. Что-то мы запутались в этажах. Вот здесь вот хотим мы посидеть немножко в тишине. Thank you. Божечки, какой ресторанчик. Так, меню. Стартеры все 11,9 евро. Улитки. Давайте попробуем улитки. Вы когда-нибудь ели французские улитки? Мы никогда. Основные блюда 24-28 евро. 26. Десерты. Видела внизу. Потрясающие. Салаты 20-23 евро. Так, и десерты 9, 10, 12, 8 и так далее. Ну, примерно такие цены. Вина мы решили не брать сейчас, потому что нам еще дальше идти. А знаете ли, после вина уже никуда идти не хочется. Обмываем покупки. Да, обмываем покупки. Купили фуагру, купили паштеты. В общем, конечно, украшения. Нам принесли вот такие наборчики. Это для того, чтобы есть улиточек. Сейчас будем с вами тренироваться. Зажимать улиток. Alors le pâté Richelieu en croûte ou mise foie gras. Voilà, merci. Et c'est lobster. Lobster. Voilà, lobster. Merci. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. Так, это лобстер. Какой-то закуски. Какие-то лобстер. Это мясо с фуа-грой. Это с фуа-гра, да. С огурчиками. Здесь хлеб и вот улитки. Это закуска перед основным блюдом. Так, пробуем тоже. Берем вот так вот ее. Это берется вот такими вот щипчиками. Зацепляется. Вот так вот они горячие. И двузубцем вот этим выковыривается. Зацепили. И теперь вилочкой оттуда выковыриваем.
кажется, что они вообще какие-то пустые. Есть, вот она. Зацепили ее с вами вилочкой и вот так вот. Ну, кто готов со мной попробовать? Пахнет вкусно. Но я вам хочу сказать так, похоже на морепродукты, но лучше не думать о том, что я сейчас ем. Как будто жесткий кальмар или что-то такое. Ну, раз в жизни попробовать надо, ничего так. Прям как в Париже. В лотерею его поем. Вкусно. Необычно. Кристина, понравилось? Да. Следующий лобстер. Да, следующий будем кушать, попробовать лобстера. А может быть, все-таки фуа-гра? Лобстеры как бы поближе. Нет, фуа-гра. Давайте найдем все-таки фуа-гра. Кристина ест улиток. Вкусно. Кардишон. Да, огурчики и фуа-гра. Так, здесь мясо с фуа-грой пробуем. Вместе с багетом надо. Мясо с фуа-грой. Вкусно. Поделиться, типа. Вкусно. 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 Ой, какой там народу. Фуа-гра с мясом. Вот эту я саму фуа-гру здесь намазала на багет и с огурчиком. Но очень вкусная. Фуа-гра, очень люблю ее. Ну, вот здесь какая-то закуска лобстеры. Тоже попробуем сейчас. Интересная у ресторана. Как назывался он? Не помнишь. Очень уютненько так здесь. Галерея Лафайет. А, ну здесь рядом у галереи Лафайет, я сейчас название здесь не вижу. Вот. Очень. Да, ресторан французской кухни очень уютно и очень вкусно. А, нет, вон название. Поле Джульетта. Джульен. Поле Джульен. Ага, вот. Думаю, откуда название забыла. Да. История. Да. Пробуем лобстеров. Они здесь с грибочками, как будто маринованный лучок. Вот так на тост. Это очень вкусно. Merci. Так, у нас будет сейчас основное блюдо. Сейчас нам принесут еще основное блюдо. И очень даже... Подарок. Сережки потом. Надо сейчас. Нет,
chicken. Рёбрышки. Mm-hmm. Телячьи рёбрышки, паста и курица с пюре. И макароны с трюфелями. Кушай, кушай. Тоже соус с шампиньонами с пюре. И счёт у нас был 128 евро. Нас проводили с песнями, с песнями. Да-да-да, вон какой у нас официант был. Да, merci beaucoup. В ресторане было очень вкусно. Очень большие порции, кстати. Ой, как хорошо пахнет. Очень хорошо пахнет. Оперу я вам показываю. Это мы стоим напротив оперы. Пахнет. Метро пахнет. О, шикардос. Виды нереальные. На этой чудесной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите продолжения парижских влогов. Au revoir. Au revoir, это до свидания? Кажется, это до свидания, Вася. Вася, это точно до свидания? А что-то я не знаю. Это точно знать, да? Опера. О, Кристина сразу запросилась. Нет, это не, это не главное. Кристина сразу запросилась в театр. Оперы хочет, балета хочет ребенок. Мы вообще очень большие театралы. А да-да. Мы очень большие театралы. Так, мы куда-то идем? Да. Ну, давайте куда-нибудь сходим. В общем, мы большие театралы, сам себя не похвалишь. И я бы, конечно, хотела бы, да. Это тыльная сторона его. Это попа. Да. Попа зад, театра. Вечерний Париж. А знаете, как называется этот бульвар? Бульвар Капуцинов. Да-да, тот самый бульвар Капуцинов. Ты помнишь фильм? Да, конечно. Вот это называется бульвар Капуцинов. Бульвар Капуцинов. А еще в метро здесь есть такие, чтобы не ходить лишний раз ногами. То можно вот по такой движущейся дорожке проехаться, пройти. Она едет, вы идете. Ну так, это интересно. В общественном транспорте. Кристина, ну и, конечно, мечты сбываются одна с другой. Thank you.
Идите, идите. Ой, я хочу снять, это же интересно. Вот это объемчики.